Бывают дни, когда тебе знакома любая рифма и любой мотив. И ходишь просветленный, как икона, серебряные веки опустив. И видишь свет, как благовест сошедший из чистых и высоких облаков. И говоришь, святой и сумасшедший, 13-й апостол богослов. Бывают дни, когда ты не измеришь длину ладони, так длинна ладонь, и входишь в небо сквозь земные двери проводником неведомым видом. И видишь землю с птичьего полета, летишь, не ощущая легких крыл, и осыпаешь листья в позолоту в ладони тех, кто любит и любил. В такие дни становится мне жутко ронять свои заветные слова, когда я вижу, что совсем пожухла еще недавно звонкая трава. Неужто так и я увяну скоро, и эти крылья в вечность понесут, и эти дни прозренья приговором предъявит мне на самый страшный суд?